Здравствуй, дорогой зритель! Перед просмотром хотелось бы попросить поставить лайк на это видео и подписаться на канал. Приятного просмотра! Наташа Королева вот уже много лет носит звание одной из самых привлекательных и желанных певиц российского шоу-бизнеса. Артистка является мамой 19-летнего сына, которого она родила в браке со стриптизером Тарзаном. Но глядя на моложавую красавицу, сложно поверить в то, что скоро она отметит полувековой юбилей. На днях Королева приняла участие в горячей фотосессии. Наташа предстала в черном боди с глубоким декольте и золотых высоких сапогах на шпильке. Волосы красотки не спадали с плеч. Жизнь в нашем нестабильном, неопределенном, сложном и неоднозначном мире так скоротечна и переменчива, что многие в этих изменениях просто теряются. Важно всегда оставаться женщиной. Настоящей, проявлять свои эмоции, смеяться, плакать, кусать пальцы от отчаяния, не бояться быть без грима. Понимая, что ты – это ты. И в этом твоя ценность. Важно сохранять лицо, культуру общения, уважать чужие чувства и, прежде всего, дарить любовь. Будьте сильными, верьте в лучшее, подписала фото Королева. Поклонники оценили образ кумира. Красотка, классный лук, пожар. Вот это огонь, хороша, осыпали знаменитость комплиментами. Чуть позже визажист Селя Кухумова разместила видеосъемки. В одном из кадров Наташа сняла боди, заменив его черным бюстгальтером.